Всем привет! Почему медведю придется платить новому тренеру больше, чем тутберидзе? Кто будет оплачивать услуги весьма популярного и дорогого тренера Орсера, в группе которого занимается двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и призер Пхёнчхана 2018 Хавьер Фернандес? Канадский специалист назначает себе почасовую ставку, которая составляет больше $100 в час. Если Медведева будет работать с ним в таком же бешеном графике, в котором она делала это с тутберидзе, по две насыщенных тренировки в день, то за одни сутки придется отдавать по $500, а может и больше. К тому же, помимо больших затрат на спортивных развитие, спортсменке нужно будет элементарно оплачивать свое проживание в Канаде. А это, как минимум, квартира и еда, учитывая, что фигуристка переезжает в Северную Америку с матерью. Все расходы нужно умножать на 2. К тому же, в первое время Орсер планирует проводить с новой жемчужиной своей группой дополнительные занятия по прыжкам, скольжению и хореографии. Медведя собирается переосмыслить себя, несмотря на все ее титулы. Я чувствую, что это только вершина айсберга. Она сможет сделать еще больше, говорил амбициозный канадец. Однако, все это значит, что на пути к обещанным грандиозным переменам фигуристке придется понести дополнительные расходы. Раньше двукратная чемпионка мира и Европы могла просто не задумываться о таких вещах, как оплата работы наставника, поскольку занималась в спортивной школе «Самбо-70», где тутберидзе официально устроена старшим тренером.